Всем привет! Только что вы посмотрели, как я заполняю свой ежедневник, а сейчас я вам расскажу, как, почему и что я делаю более подробно. Итак, начну с того, что вот этот ежедневник у меня закончился. Новый ежедневник, новое заполнение. Объясняю по порядку. Начнем с того, что я решила отказаться от жесткого годового такого планирования, потому что да, у меня есть какие-то общие годовые цели, которых я хочу достичь, но они не настолько жесткие, потому что я понимаю, что к ним можно прийти очень по-разному. И, собственно говоря, этим я и занимаюсь. Начала я с того, что расписала цели на квартал. Я хотела именно так, ну, поквартально как бы планировать, но это тоже потеряло свою актуальность, и дальше я расскажу вам почему. Дальше у меня идет разворот на месяц, я отказалась от тоже части каких-то элементов. Здесь у меня календарь, где просто я по датам что-то расписываю, что прикреплено к определенной дате, далее цели и задачи, это тоже разные вещи. Здесь тоже трекер, но он тоже потерял свою актуальность. Здесь трекер привычек, он не теряет актуальность, я его люблю, я стараюсь его вести, но на выходных я за собой практически не слежу, я стараюсь немножко все-таки отдыхать на выходных, хотя сейчас у меня это не получается. Далее у меня расписание контента, то есть я здесь полностью расписываю, когда что у меня выходит. То есть видео, посты, и расписываю даже приблизительно, какие у меня фотографии в Инстаграме выходят. Кстати, на все вот это вы можете подписаться по ссылкам внизу в инфобоксе. Далее, это мой разворот на неделю, это мой самый любимый разворот на неделю, самый оптимальный для моей работы. Здесь у меня получается будние дни, здесь выходные дни. Каждый день разделен на два блока получается. В этом блоке я пишу что-то менее важное, но что нужно сделать, но зачастую здесь какие-то походы в магазин, уборка в доме и так далее. То есть мне нужно это сделать, но это не так важно или срочно и так далее. И в основном здесь прописан тоже контент, который мне нужно выкладывать, ну, чтобы мне было удобнее, если я, например, не хочу листать дальше. Здесь же я прописываю то, что мне нужно обязательно сделать в течение дня. Здесь to-do-лист на эту неделю и тайм-трекер. Все очень просто, понятно, и я вижу целую неделю вот на одном развороте, это очень удобно. Далее, у меня между месяцами, у меня очень-очень много информации, какой-то дополнительной, которую я расписываю свои дела. Мне очень удобно это здесь планировать. Я очень люблю ручки Муджи, которым я заполняю, в принципе, весь ежедневник. Они мои любимые, они пишут очень тоненько, чистенько, я их очень люблю. Далее у меня произошло изменение небольшое в жизни. На 2 месяца, на август-сентябрь, я уезжаю в командировку, где у меня абсолютно не будет никакого времени для ежедневного планирования. Я там буду очень много работать, и работа моя не связана с психологией и с моим контентом. Я решила поменять в связи с этим свое планирование и расписать вот прямо сейчас вот эти 2 месяца, чтобы я потом не тратила просто на это время, и контент весь расписать, чтобы я немножко наснимала вперед, чтобы не было каких-то провалов в потоке контента, который я хочу вам давать. Итак, здесь осталось все точно так же, то есть календарик, задачи, цели, habit tracker. То есть трекер привычек, расписание контента, то же самое осталось, видите, я уже на следующий месяц, в принципе, практически все спланировала, кроме расписанного Инстаграма. То есть большинство статей и видео уже продуманы. Но дальше я убрала вот это вот ежедневное планирование, то есть, видите, у меня неделя на листе. То есть вот мои дни недели и просто to-do list, потому что... Ну, может быть, у меня что-то будет такое, что мне нужно будет записать каждый день, но в основном, скорее всего, я буду просто пользоваться to-do-листом, который мне вот нужно в течение недели сделать, и я буду улавливать какие-то минутки времени своего свободного, чтобы это сделать. Ну, и это мой день рождения. Я его решила немножко отметить, вряд ли его буду отмечать, но я решила его пометить, чтобы не забыть, потому что я на самом деле банально про него очень часто забываю. Вот, поэтому все облегченное, но все уже прописанное, чтобы не тратить на это время.
Больше интересной информации читайте по ссылке в инфобоксе. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. И пока-пока, увидимся совсем скоро.